Крым 2014. Я впервые иду в поход один. Мои боялись за меня, не хотели пускать. Ну как один? Я говорю, ну не получается. Он Виталика просил. Я говорю, поехали, Виталик. Как говорится, будешь мне напарником? Он говорит, да я же с мужчиной пока еще не сплю. Ну, это шутка. Этот рассказ, поверьте, он писался на ходу. Я иду с Лучистого, вот перед вами, в городе Мержи, долина Провидений, я иду обходя, иду Катерину, иду на Серебряный источник, туда, где стекают три реки. Это Джурла, это Сатера внизу будет, Алака и Сатера. Я вот до сих пор не знаю, это надо в интернете посмотреть, почему одно ущелье, одна река течет, но имеет три названия.